Арсен, можешь представиться, пожалуйста, за какую команду играешь, какого года рождения? Ну, играю за команду «Динамо» 2003, третьего года рождения. А можешь рассказать о своих сильных качествах? Видение поля, передачи, удар. Разбег Захарян! Новородная! Получилось попасть вроде красиво. Дубль когда последний раз оформлял, вспомнишь? В клубной лиге, наверное, за свой год. Дебютный гол 17-летнего Захаряна, 2-0. И Захарян заработал. Тут же моментально 17-летний вундеркинд «Динамо» зарабатывает пенальти. Шиманский на меня напрыгнул и с локтя или кулаком мне в челюсть. Потом ходил, больно жевать было. Ты забиваешь особо некрасиво, говорю. Захарян, удар, гол! Арсен! Захарян! Захарян, удар, поворотом и гол! Арсен Захарян! Было пространство, времени подумать, принял и как учили в дальний просто. Знаешь ли ты, что ты вышел на первое место среди ассистентов РПЛ? Нет, не знал. Ну, отлично, чё. Я приезжаю, у тебя вот столько коробок, я всё-таки понимаю. Ну чё, нет, послушай? Нет, ну там просто до потолка вот эти коробки стоят. Болельщики очень хорошо нас поддерживали. Поддержка шикарная, как всегда. Заряды, вот, это вообще супер. Самое любимое, по-любому, кричать на камеру. Нет, пожалуйста, всё, нормально. Заканчиваю карьеру. Не сейчас. Еще умру. За, ты якобы ты так обедаешь. Для съемок себе там хинкали принес. Такого экстремального только с тобой, наверное, на катке было. Заха, привет.